розовые. Она уже видела. Как она увидела? Она не видела. Все, подстригли мы мальчугана нашего. Вон сколько волос срезал. Auf die Seite, bitte. Доброе утро. Что, не хочется вставать? Нет. Девочки решили открыть сразу с утра подарки. Так, кому какой? Тебе вот этот? Я сначала. Что это? Что это? Ой, мягенькая. Открывай. Девчонки не хотят ждать обеда. Хотят сразу открыть. Что там такое? Что-то на полочке. Он такой красивый. Я его не хочу кушать. Ну-ка, дай посмотри. Можем мне его не кушать? Смотрите, какая вкусняшка. Конфетка. С этим... со снеговичком. Я его не буду кушать. Красота. Это маршмеллоу. Да. Эй! Спасибо. Вон Бонька будет кушать. Ты не будешь кушать, Бонька будет кушать. Этот тоже мягенький. Прикольный. Да. Ну давай, открывай. Она жесткая. Она жесткая? Это какой-то шарик, который жесткий. Что это может быть? Не знаю. Давай. Что такое? Жесткое. Ну такой жесткий, это брелочек. Ну там внутри там какой-то пластиковый шарик. По-моему. И вот такой вот олененок. Я люблю брелки. Брелочек. Хочу повесить. Повесить? Ну, Маргарита тогда сказала, что ты сразу повесишь себе на рюкзачок. Тебе принести рюкзак? Вот смотри, у тебя еще один такой меховой висит. Куда-нибудь вот сюда повесь, да? Вот, ну вот. Классный, да? Да. Олененочек будет висеть у тебя. Где мы его купили, знаешь? Угадаешь? Клеус. Да. Ты не видела такого? Нет. Сзади. Там прям на кассе, да, прям там, где на кассе, это мы потом уже посмотрели. Я уже когда расплатилась, потом только смотрю, ой, какие классные. Там кто еще был? Олененок? Олененок, еще кто-то был там. В общем, больше вот олень понравился, такой вот. А там не Санта-Клаус? Миленький. Или Санта-Клаус там еще был, короче, в общем. Внутри какой-то шарик. О, нет, там еще такие сквиши. А, там сквиши были, да, тоже, да. Пингвинчик такой миленький, и они пахли по бокам. Угу. Все, открыли подарочки. Другие потом будете открывать? Угу. С конфетками? Да, после школы. Ну ладно. Давайте, 5 минут осталось. Зубки чистим и выходим. Бонь. Давай. Ты же вроде в другой кофте была, вот в этой. Да. Что ты переодела? Потом переоделась, потому что... Что? Не знаю. Потому что... Не знаю. Ладно, ребят, девчонки пойдут в школу. Увидимся позже. Угу. Все, давайте. Собираться. Бонь, Они... Да, болеем, спим. Вот как утром они проснулись где-то часов 9 и вот так вот лежат. Бонни. Она их уже. Да, это, наверное, эти пришли. Светильнички. У меня, ребят, смотрите, как Бонька укусила. Вчера. Да, но она не хотела, она просто... Получается, мой палец попал ей в рот, и я дернула палец, и я обклык. Да, ну так болит. Вот такая царапина, так болит, как будто бы это.
такая, вроде не глубокая, но болит очень сильно. Хотела открыть. По-моему, там светильники. Как дела в школе? Не холодно? Холодно. Пакет в пакете. А потом еще один пакет. А потом еще. Ух ты! Да, папку. Только не будем их распутывать, хорошо? Это такие звездочки. Вот отсюда вот так открой. Это звездочки и луна. Это как раз я взяла на... Что? Че это? Почему такая розетка? Это американская розетка. Так я не просила американскую розетку. Что? Не совсем, что ли? Здесь тоже? Да. Но есть такие насадки. Ну да. Только надо покупать. Ну, ничего страшного. Ну вот. Смотри, пакет в пакете. Вот большая луна и звездочки. Это на большое окно. Это как раз я покупала на ту квартиру, потому что здесь у нас... Ну, вообще-то сюда тоже получится. Но я как раз два купила. Хотела на все окно, потому что там окно большое. Ну, хорошо. Давай открывай. В розетке вот я... Вроде же я отметила, что это евророзетку. Это же не евророзетка. Ты поймешь, что у них там. Ладно. Я так, приходник. По-моему, у нас где-то есть приходники такие. Надо посмотреть. Если нет, это купить надо. Нет. Именно вот такое. На тройную. Мам, как дела? Мама. Температурка есть? Чуть-чуть. Мама. Отпусти ее. Не нравится ей, когда ты ее так берешь. Мама. А? Что? Ты добавила сейчас макароны туда? Да, макароны с картошкой. Кто-нибудь пробовал? Фирменное блюдо. Макароны с картошкой, да. Вот мы едим. У меня просто чуть-чуть остались макароны, поэтому... Получается макароны с картошкой. Привет, ребята! Сегодня мы снимаем второй день, так что за один раз... Нет, ну имеется в виду мы влог, да, вчера мы снимали влог, мы его не досняли, мы сняли где-то полдня, ну получился он очень коротенький, потому что вчера занимались совсем другими делами, там, в общем, приходили к нам люди, подписывали контракт насчет квартиры, вот, поэтому влог выйдет сразу два дня. Вот вчерашний день и сегодня мы еще будем снимать, чтобы он получился более такой интересный и не такой коротенький. Вот, так что девчонки пришли со школы, да, вот они открыли уже календарик. И попался киндер. Киндер-сюрприз. Такой он вот. Уже тает. Он уже тает? О, да, он уже мягкий. На, открывай. Так, четвертый день. Девчонки открывают подарочки. Конфетка какая-то у Ксюши. Ну-ка, дай потрогаю конфетку. Это Маргарита, ну подожди. Маргарита, это твоя конфетка, держи. Она очень мягкая. Может, там что? Носочки? Да. Тапочки? Да. Либо тапочки, либо носочки. Ну, давай. Надеюсь, новогодние. Нет, это моя. Это моя. Осторожненько. Они розовые. Они, говорит, розовые. Они розовые. Это носочки? Нет. Это тапочки? Нет. Какие классные носочки. Вообще прям обалдеть. Ну-ка, надевай носочки на голову. Мама тоже такая. Да, теперь у меня. Потому что мы две взяли. Мы по ошибке. Одну взяла я и одну Ксюша взяла. А потом мы такие стоим.
рассматриваем это. А вчера заворачивали. Ой, не вчера, когда вы подарки заворачивали, да. Смотрим, у нас две. Что? Как? Две вот. Купили? Да. В общем, купила одну Ксюшка, а купила одну я. Да. Теперь у нас одинаковые будут. Ура. Только мне еще этикетка. Нравится? Очень. А теперь Ксюша. Давай, тащи Ксюша. А, да, помню. Что ты думаешь? Ну-ка, говори свое. Свой вариант. Вот что тетрадка. Там может. Тетрадка? Чтобы рисовать. Чтобы рисовать? А что рисовать, как ты думаешь? Просто рисовать. Просто рисовать? Ну там чистые листы или там уже что-то нарисовано? Просто чистые листы. А может нет? А может подумаешь? Как она увидела? Она не видела. Круто! Читай. DIY Paper Fun. Там трафареты, чтобы склеивать карты. Это открыточки к кому-нибудь можешь написать. Это наклеечки. Это разные вот ленточки, цветные наклейки. По-моему, это уже можно что-то сделать, вырезать какие-то ромбики, да? Ну, в общем, это делать там всякие коробочки, подделочки. Вот это коробочка. Это типа какой-то там кулечек, что-то такое. Можешь выбрать либо тот, либо этот. Можешь наклейки на них наклеить. Вот, смотри. Еще как. Да, вот это вот наклейки тоже. Это закладки. Закладки? А, да, вот видишь. Круто. Можешь выбрать, с какой стороны тебе нравится. И стоит, то это топ-модель. Это наклеечки. Это вот конвертик такой уже. Ты уже вырезаешь его, он уже готовый. А вот конвертики, вот они. А это коробочка, капкейк. Да? Тоже можешь выбрать либо этот, либо тот. Ну, здесь что-то писать можно. Надо? Это, вот. Это разукрашивать можешь, я так понимаю, да? Раскрасить, потому что она такая картонная, можно ее раскрасить сама. Ой, у тебя помада попалась, настоящая? Тут Каролине помада попалась, круто. Да, тут уже. Да, тут тоже уже видишь, нужно это, тут уже все вырезано. А мне? Ты видела это? Что тебе? Ты еще маленькая для этого, зайка. Это для взрослых девочек. Вот. Можно делать коробочку себе для карандашиков. Будет у тебя свой стол. Да. Сделаешь себе, будет стоять. Вот это Каролина делала. Да? Да. Угу. Ой, классный какие. Смотри, какой он. Ага. Картонный он, похоже, получится жесткий. Ой, какие классные. Такие конвертики, да? Смотри, даже можно писать что-нибудь. Это конвертики. Буквы. Угу. Можешь какое-нибудь слово написать, имя что-нибудь. Ой, какая прелесть, пандочки. Это пакетики с пандочками, что ли? Ты можешь их заполнить. Угу. Потом открыть. Там будут конфеты. О май гад. Угу. Нужен и просто степлер, еще что-то, нитки, иголка и... Вот, смотри, машинка. Это можно. Вот, смотри, видишь? Тут сюда. Это как? А, их потом надо вместе зашить. Да, вместе зашиваешь их, и потом туда можно насыпать что-нибудь. Правильно я поняла? Угу. Ну, надо. Или склеивать. Ну, смотри, тут же одна, если ты ее разрешишь. А, ну да, вот они не подумали. Это ты должна выбирать уже, какой тебе понравится. Либо этот, либо тот. Либо можно копировать. Угу. Да. Угу. Тоже можно копировать. Это, по-моему, придуманное, чтобы копировать. Придуманное, угу. Чтобы копировать. Наверное. И вот это тоже можно копировать. Ну нет, это уже картон. А ну на картон можно. Ну ты можешь копировать. Выбирать. Да, она может выбрать с этой стороны, потом может перевернуть с другой стороны сделать. Нравится? Угадали? Маргарита сказала, что тебе нравится делать поделки, поделочки всякие разные. Mm-hmm. Прикольно? Ну вот, такая вот прикольная книжечка. Мама, не понял.
А, вот эти ленточки? Ластик. Угу. Ты это сделать. Вот так. Да, вот. Что ты будешь делать сейчас? Не знаю, коробочку. Это. А, это вот такие можно сделать. Вот это. Да. Угу. Флажочки. Да. Угу. На день рождения. Что это? Кулечки какие-то. Типа мороженки. Давай вот это сделаем. Давай. И что ты туда будешь складывать? Клей нужен. Да, вот так складывай по линиям. Еще одну. Потом края нужно склеить. Нет. Да, вот. А, просто всунуть тут, просунуть. А, ну тогда еще проще. Какой? Вот так? Ну да. Или вот так? Нет, рукой с девочкой. Какой хочешь, какой тебе нравится. Не та, это она. А сикомо куркон. Куркон. Попкорн. Маленький кулечек туда что-нибудь складывать. Что-нибудь складывать туда. Тебе помочь? Вот такая вот коробочка получилась. Туда можно что-нибудь прятать. Тут складывать. Это декорация. Кстати, пришли еще эти фонарики. Как ты думаешь, какие? Ой, я надеюсь, а ты заказывала сердечки? Нет, я заказала вам одинаковые светильнички. Нет, смотри. Это прищепки. Знаешь, делают, цепляют, распечатывают фотографии и цепляют на прищепки. И они на прищепочках, тут лампочка есть. И эти фотографии потом, ну, видно будет, когда вот вечером в комнате. Круто! Угу. Можно даже вот на вот эту сделать. Да. На вот эту вот деревянную. Эти снять прищепки и повесить эти. Только она на батарейках. Угу. Это очень хорошо. Здесь 10 прищепок. Там было, в общем, еще одна 30 прищепок, но, думаю, 30 это много. Где ты там 30 фотографий будешь распечатать? Вот как это? Ну, просто тут... Да, 10 хватит. Вот так вот ее туда-сюда. Вот это и вот это 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ой, какие молодцы, на стол накрыли. А чай где? Чай кто готовит? Смотрите, ребят, отдирала этот холодильник. Он же весь у нас в наклейках был, смотри, вот это не могу отодрать, потому что она липкая. Потрогай. В общем, я прочитала в интернете, знаешь, чем можно этим? От средством для снятия лака. Нет, у нас купить надо. Потому что нам нужен, чтобы холодильник был чистый. Нам нельзя его оставлять грязным. Я сегодня уже начинала чистить кухню. И вот эти вот пятна остались. И мне нужно их, конечно же, обязательно смыть, иначе... Иначе будут нас всё ругать. Так. И не выпустят нас из этой квартиры. А ты помыла? Да, я помыла все. Ну, еще не все, конечно, сегодня полдня. Чистила, в общем, все тумбочки, кафель вот этот. Вот он не почистила? Нет, еще не почистила вот это. Вроде кухонка маленькая, но мыть ее, это вообще плиту помыла. Представляешь, как потом тебе в другую? А другая кухня в другой квартире огромная. Два раза больше. Два раза больше, да. Чай включила? Как мы будем без чая? Смотри, они уже там грызут, сидят. Это мой друг. Купили таких классных оленей. Зовут Вася. Вася? Это Вася. У него даже ножки растут. Его можно сделать вот таким вот маленьким Васечкой. А что у тебя синий этот? Не знаю. Вот такой вот Вася может быть маленький. Вот так вот. Может быть большой. Ну-ка, Васька, давай. Вот. Давай. И еще один. А этого как звать? А это кто? Угу. Это кто у нас? Я не знаю, как это его назвать. Это Вася. Это Вася. Олень. Олень Вася. Вкусно получилось? Такие эти из слоеного теста с колбасой и сыром. С ветчиной и сыром. Маргарита очень хотела. Угу. Только чаек надо. А ту сухомятку. Макс, пойдем сейчас подстригаться. Буду тебя подстригать. Я уже не могу на тебя смотреть. Ты уже скоро как Пушкин будешь. У тебя вот так вот. На Пушкина похоже, у тебя вот так начнет расти. У нас часы окончательно встали. Смотри, сколько время.
Сейчас вообще-то сколько? 5 часов вечера. А на часах здесь, на этих, показывают 3, почти 3:30. Нужно поменять. Все, давай, стой. Мы постригли Макса. Ничего. О, какой комок. Что, оставим ему? Все, подстригли мы мальчугана нашего. Вон сколько волос срезали. Ты представь себе, Макс, он не хочет, в общем, состригать вот эту макушку. Вот так вот ему оставим. Нет, не надо. А здесь коротко. Все, Макс, готово? Смотри сюда. Опа! Опять будем отращивать, что ли? А то у него чубчик. Ну вот, вот это. Ну зачем ты на пол все раскидываешь? Ксюша! Ксюша! Еще картошку. На кухню надо. Почему ничего? А мы что, будем одной рыбой питаться? Почему ничего вкусного? Смотри, рыба, 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 крабовые палочки. Папа нас что, рыбой будет кормить? Почему ничего вкусного? Что и хурма? Каки. Она здесь называется каки. Хурма называется каки. Сейчас покажу, где написано. Вот, смотрите. Написано каки. Первый класс. Не знаю, что за первый класс. В общем, каки. Будешь каки? Не хочешь каки? Бонь, ты будешь каки? Бончик, Бончик, ты будешь каки? Не надо ей это давать. Я. Бонь. Так, давай все убирай с пола. Зачем ты весь все на пол бросила? Давай, уноси. Я. Уноси давай. Ксюнь. Ну зачем ей даешь паки? Потому что она дурочка, что ли, не поймет. Я уж перестала. Давай кинем бомбочку. Ну давай, блин. Эй, пья, опена. Fire in the hole. Тын-тын. Тын-тын. Auf die Seite, bitte. Мама, ты знаешь, как мы говорим? This place is reserved. Мы не говорим this place is reserved. Мы говорим that place is reserved. This is it. Да вы кому так говорите? This is the end. Как он открыл? Твой открыл твое окошко? Какой там номер остался? Он прям открыл-открыл? Да. А, чуть-чуть, видишь? Нет, он открыл. Ну, заклей обратно. Я знаю уже там, что там. Ты их прячешься здесь? Это Пеппа. Это что за Пеппа? Это... Это Суси. Это радио. Папка, не ругайся. Мама, сегодня... Все, папка ругается, быстро спать. Нет, вот это и вот это. Вот это. Все, вот все. Это папка ругается, давайте спать. У нас папа такой. Один, у нас бабушки тут. Все, хватит. Не бросай его на пол, потому что Бонни может написать на него. Вон на клетку или вон на коробке. Все, пока. Хватит петь уже.